А чё, типа, там нажимаешь на F11 и ничего нету? Не, ну типа тут полноэкранного режима нет вообще. Эти звуки. Как будто вернулся в детство. О, еще звуки коров старые. В смысле старые? Ну раньше. Они что, менялись что ли? Да. Какие раньше были? Они такие громкие, господи. Ну хотя бы. Так. А помнишь старую систему, ну, боевки там? Ты не должен был ждать, чтобы там нанести нормальный такой урон. Еще старые звуки добывания. В новых версиях нужно немножко ждать какое-то время. Ну, это фигня какая-то была. Мне вот не очень нравится вот это, то, что нужно ждать. Ух, ё-моё, такое старое, что не понимаешь, что играешь. Или в каком-нибудь там... Или в пропер Майнкрафта. Да. Так, ну хотя бы крафты такие же. А, я заметил одну особенность. В старом Майнкрафте нельзя было просто зажать и ставить так быстро. Ой, даже самостыкования нету. Это делает быстрее всего. То, что я выйду. Ох, ёма. Так, смотри. После новых версий Майнкрафта друзья страны. Тут даже бегать нельзя. Даже неприятно, наверное, в это играть сейчас, да? Погоди. Вот. Скрытно передвигаться можно. Что? Вот скрытно передвигаться можно, а вот... А вот бежать невозможно. Старые розы. Старые розы. Ух. Надо взять. А синюю розу нашел? А то нашел. По-моему, или... По-моему, или сине-розовую даже в этой версии нет. Да не, по любому. Синяя роза была в настолько старых версиях. Вообще. Интересно, в этой версии существует там ад? Ну, скорее всего, да. Сколько здесь камня? Ух, что это и зачем я это нашел? Овечки. Ну-ка. Нет, так не работает теперь. А, я ждал их где-нибудь. Ага, лаги. Туда же без багов. Господи, это класс. Ну, баги освещения вообще. Ой, я вижу новый биом. Сахарный тростник вообще такой яркий. А помню то, что раньше драйвер был. На дне океана. Этой версии его походу нету. Эх, жаль. Зато я нашел тайгу. Как тебе такое, Илон Маск? Что если я
Че смотришь? Что ж вы за дьявол в домашних условиях? Чего? А вот раньше не было звуков плавания в воде. Вот это меня напрягает. А, ну теперь есть. Ох, хрюшки такие же. Курицы немножко другие. Вот. Раньше не было других видов. Да, есть туда спуска. Ай. О, вот этот вот звук. Господи, какой сочный звук. Чё-то не хочу это спускать, слишком не ярко. Ты, кстати, тоже попробуй поиграть в второй версии. О, стрела! О, стрела! Оказывается, здесь где-то... Скелетоны. Знаешь, как вызвать сатану дома? Как? Погоди, надо просто погоди, найти погоди. Девушку. Тихо. Музычка. Да, она и так была. Я думаю, она редкая была, да? А когда ты просто странствуешь. Или во время креатива. Или во время креатива. Это было просто, это не отнять. Так, это не нужно все. И, знаешь, в этой версии вообще нету автопрошения. Ну вот хорошо. Нет, знаешь, что самое худшее на самом деле? Что? Убрать настройку, которая отключает этот автопрыжок. Да. Вот что самое ужасное. Так, речка. У меня еще угля даже нету. Интересно, это будет работать? Говядина. Стейк тоже это другие. Спрайт поменяли, короче. А там еда стакается? Да, стакается.
Это не настолько древнейшая версия, да, чем если была альфа, там бы просто не было статуса голода. Ну, мало ли. Ну мало ли. Мало ли тебе. Да и уголь вроде как пробуется подольше держится. Я украинец, но я не ем сало. Хм. А может, ты и не украинец? О мой бог. Что за горы? О, привет, Кустик. Bennett for skill. Деревню нашел. Там даже деревни есть. Так, погоди. Я сейчас только что бежал. Как я? Да как такое возможно? Yes. Этот хил. Этот хехтейкер уже везде. Ну блин, ну. Вот даже Витёк уже поиграл в него. Какого хрена? Ё-моё, тут пустота просто. И сундука нет. У кузнеца сундука нету, прикинь. Да. О. Ты не фига. Чё такое? Извините, сейчас посажу все. А, ну да, точно. Нельзя же ходить по посевам. Тихо. А, я кажется понял. Как бежать здесь? Нужно два раза нажимать на вперед. Держись. Не так делай. Да ты дурак, не лох. Так. Ну, здесь поселюсь. Так, здесь печку поставлю. А, да, я забыл. Хотел так можно сделать. Кто не запрещал? И тут тупо все спидранеры по Doom Eternal такие: запиши эту херню! Запиши это! Какую? Так. Запиши! Все мои карты погибли, я бомж. Чего погибли? Погоди-ка. Вот. А, мне даже факел не нужно ставить. Нормально. Ну, хотя бы дверь не изменилась. Хотя ее. Одну только можно сделать и все. А вот в новых версиях там батареи сразу. Блин. Все. А, я же забыл. Наш шерсть. Так. Тут особенного еще нет в деревне. А вот этот песик может все испортить. Интересно, а тут команда есть?
Слушай, вообще чата нету. А что ты хотел? Хотел чё? Пью. Раньше как бы сотрясение получаешь, блин, когда тебя бьют. Опа. И побежал. Что там, кстати, есть? А, нет. Лучник, иди. Господи, как это классно. А, там лава. О, какая-то красивая. Лава. А, ну, это обычное дело. Я обычно в Майнкрафте это слышу. То есть, ну... А, ну да, в этом версии есть эти... Край. А, сняри. Мне так ушки болят. Я буду! Я тебе чё сделал? Ой, ё-мо. Это стенка натуральная. Так. Прям от природы. Вау. Надо бы... Брайт. Серьезно? Нифига это не ярко. Вон. Far normal. А я... Fast, fancy. Smooth light. И нормал все. Тот самый Вио Боппинг. Давай. Жаль. Че творишь? Тут я смотрю, как один челик играет в котов вот этих. Bottle Cats. У него в самом начале было 600-206 банок кошачьей еды, да? И где-то уже под конец на одном уровне у него уже 6 банок. Оба, плавали. Тут на одном уровне все просрал. Быстрее, плыви. А? Как же трудно жить в этом мире. Не только в реальном. Да, привет. Ага. Пока. Проверим. Нет, это не работает. А, тогда убегаю. Что-то хотел проверить. Блок работает или нет? Он, походу, только на рукопашный. Так вроде стрелы, это, конечно, не работает. Здесь пора бежать. О, вот сход солнца. Ну все, пипец. Мой друг солнца, уйдите. Это красный восход. Вот когда-нибудь видел восход? А? Восход когда-нибудь видел? Восход? Восход. Восход? Да. Ну, в реальной жизни?
Поскольку у меня напротив на куча домов и деревьев. Нет. А в Майнкрафте много раз. Каждый день. Ну, хоть что-то оставил после себя. Интересно, я пришел обратно идею? Да, похоже. На то. А можешь пойти туда? Ха-ха, вон они горят, зомбаки. Неудачники. Раньше они так уходили от солнца, а сейчас они... Нет, наоборот, да. Раньше они не уходили от солнца, просто стояли и сгорали. А вот в новых версиях они убегают, пытаются скрыться. Поймаешь? Как же это клёво. Были! Сборник. Так и знал, что ты это знал. Ну, ты же сказал пыли. Я просто сказал пыли. Ну, пыли. Оба. О, уголь. Наконец-то каменный уголь нашел. Ну, нет, так теперь больно. Блока и упа. Окей. Интересно, можно же? Да, можно. О, блин. Привет, собачки. Пойдет кашлять в микрофон. Это не очень приятно. Не знаю. Я просто кашлянул. Что тут такого? Микрофон. Тихо. Какой-то косой в этой версии. А вот. Он вообще просто... профессионал. Хотя у скелета нету глазика. Чё? То, что у скелета нет глазов. Глазика. Глаз. Это как он так стреляет хорошо? Кто? Скелет? Да. А кто еще может стрелять в Майнкрафте? Не, ну блин, почему так хорошо стреляет без глаз? Фрит с глазами тоже хорошо стоит. А вот скелет я не знаю. Да-да-да-да. Просто добываешь уголь. Уголь себе добываешь. Играет ему очень приятно. Кашлю. Ну ладно, это просто кашлю. Я так не делаю. Постоянно. Ну это просто кашель, что тут такого? А в микрофон все зачем? Кашляют. Все кашляют, поэтому почему бы нет. Да, что это за микрофон звук? Же. Блин, ты там слышишь астрономию, господи.
Да, молодец, давай, громкость прибавляй. Классно. Ну ты классно. А может уже дурак. Орёт, блин, на микрофон. А чё, нельзя? Да, нельзя. Блин, с такими темпами я тебя удалю из друзей. Что? Как это? А, текстурки. Здрасте. А, мне же нужны обычные белые. Ой, извините. Раньше я вообще думал, что это можно овцу побрить мечом. Мечом. Ну, в принципе, да. С нее же шерсть потом выпадает, значит, можно. Я, ну типа, кликаю это правой кнопкой мыши и ничего не происходит. Защита. Ой, эти горы Майнкрафта. Багнутые кактусы. Вот чего я хотел. Еще такой прикол, когда я зашел в эту версию, у меня комп так это, хорошо это, завизгал. Не знаю, почему. Ну, короче, комп визжал. Когда я знаю, чем еще займусь. Знаешь, чем еще займусь? Рисованием. Нет. Знаешь, турбина в Team Fortress 2 это достаточно дерьмовая карта. Выглядит она тоже дерьмово. Не так ли? Я не знаю, я не эксперт. Ну, я-то эксперт, поэтому... Ну, я-то эксперт. Стоп. Ну, это эксперт. Я бы сейчас хотел, конечно, пойти в мод и прокачать рубину, но я не уверен, есть ли там эта карта. А, ну, есть, конечно. Пойду прокачивать рубину. Я тоже пойду тогда. Да? Да. Только убью этих сквидвардов. Чего, блин? Тихо, понятно. Нет, не убивай сквидвардов. Зачем? Идите сюда. Не убивай сквидвардов. А раньше у них не было детенышей. А что, у них интересные факты. У них что, теперь есть детеныши, что ли? Да, на новых версиях. Скачать Майнкрафт бесплатно, это лаунчер. Ой, нашел зимний дом. Вот что принесла Майнкрафт. Я тут как бы пытался, наверное, писать в Майнкрафт, включать бесплатно этот лаунчер, но в итоге... Чё там? Я просто если сверну игру, то все. То пипец. Я тебя отправил. Черную какую-то. Как обычно там спавнится. Так, надо выключить это дерьмо, которое мы понакачали. Это не нужно, это не нужно. Это не нужно. Это не нужно. Это тоже не нужно.
Я это не буду использовать, мне это не надо. Не надо. Что это вообще такое? Уберите от меня. Неужели? А, классно. Снег на песке, нормально. Сейчас возьму тыквы. Наконец-то. Спасибо за тыквы. Вижу деревню. Погодите, это же та самая деревня. Не, не может быть. Пойду проверю. Памкин. Да, в основном это меньше, чем надо. Это дело. О, нет, не та же деревня. Хорошо. Это будет долго. А, нет, не долго. Нормально. О, гравий вместо дороги. Ух. Класс. Блин. Простите, я просто... У меня в тубчике были очень важные дела. Чего такое? Очень важно. Проверял его, да? Ну, очень важные дела. Что ж, оставлю это как есть. Текстурпаки. Так. Вот Team Fortress. Ну вот Team Fortress. Так, CTF, to Fort, CTF. Вот тебе дабл кросс.